Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Дред, и это у нас новости. В этих новостях вы узнаете мои такие, знаете, небольшие планы на будущее, ну или просто мои планы. Начну с того, что я хотел бы попробовать запустить новую рубрику «Новости игр». Мне эту идею подсказали сегодня, и я как бы сижу и думаю об этом. Сижу, думаю, буду обдумывать, потому что, в принципе, идея прикольная. И я могу сейчас продемонстрировать вам, как бы это выглядело, но об этом чуть-чуть позже. Прошел я недавно игру одну, называется What... Там что-то, короче, с эдитами финчами, никак название не могу запомнить. Вот, игрушка шикарная, ну как шикарная, хорошая игрушка, меня зацепила, я ее всю прошел. На канале вы можете это увидеть. Вот. Серии Outlast будут, я не знаю когда, но они будут. Ждите, кто это смотрит, то... Да, ждите просто, ждите и... Ждите, они обязательно в скором времени будут. Пока что просто не хватает времени. Да. А теперь мы как бы перейдем к той идее, которую я хочу как бы запустить. Но мне кажется, надо будет заснять, точнее, выпустить сначала пилотный выпуск и посмотреть, как зайдет, не зайдет, понравится ли вам или нет. Формат будет такой, вот вы видите картинку той игры, которую я прошел, What Remains of Edith Finch, вот как она называется, да, благодаря картинке я вспомнил, как она называется, но не суть. Короче, идея заключается в том, вот вы видите сейчас картинку, и будет что-то наподобие такого, типа... Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Дред, и это игра новости, ну или игровые новости, вот. И я начинаю как бы зачитывать какие-то не характеристики, а какие-то, не знаю, как это назвать, информацию об игре. К примеру, эта игра вышла 25 апреля 2017 года разработчиками Giant Sparrow. Вот. И дальше я начну рассказывать о самой игре. Ну, это, к примеру, это примерная игра, там будут другие игры. Вот, и, может быть, какие-то новинки, я не знаю, в какие я успею поиграть, точнее, успел поиграть, либо же те, которые выйдут в ближайшем будущем. К примеру, Far Cry 5, вот, или же Assassin's Creed, Егор Крид, который выйдет... В 2018, но это по слухам, они выйдут в 2018, вот, как бы, но представят нам их уже в этом году Ubisoft на E3, вот, как раз таки у них E3, и три игры, это Assassin's Creed, The Crew, второй, это гонка, и как раз таки Far Cry 5, и я прям... Жду Far Cry и Ассасина, потому что хочется посмотреть, что же Ubisoft и там натворили. Вот. Потому что игры реально интересные, забавные, захватывают своим сюжетом, как бы вот. Ну, это не то, что вот эти все предыдущие части Call of Duty, которые были почти однообразны. Кстати, они... выпускают игру про Вторую мировую войну. Надеюсь, получится топово. Ну что же, дорогие друзья, вот и подошел к концу наш выпуск новостей, которые будут появляться, как вы знаете, редко, точнее, появляются редко, потому что новостей, в принципе, не так уж и много, и поэтому я так это редко записываю. Вот. Всем спасибо за просмотр данного видео, дорогие друзья. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.